Всем привет, 13 серия, поехали. Уже вторая база, где их почему-то не засчитали. Ну ладно. Они так, в принципе, роль-то особо мне сейчас не дают для прохождения. Впереди гнездо пилошеев. Хорошо. У Гула при себе должно быть устройство «Локус» и сносит все торговцы информацией. Попробую засечь сигнал на этой частоте. Удобная штука. Хорошо так кучками ложатся. Эх, не пролезло. Блин, там же техника есть, надо с другой стороны заехать. Не понял, а где въезд-то? Он же там был, наверное. Я не знаю. Сейчас пролезу. Все, пролезли.
Давайте, власти. Непробиваемые. Ой. Я тебя вижу! Вот и ты, ничтожество!
Ой. Так, ну почти. А, еще где контейнер? Где-то внизу, что ли? Не вижу. А, пофиг, разберемся. А, ну он сейчас сверху будет, точно. Типа комнатки такой. Сигнал еще идет. Она проглотила локус. Ой. Прости, Гула. Придется тебя потревожить. Mm-hmm.
Да, чувак. Горишь? Нет. Не горит. Маршал, плохие новости. Да. Я нашел Гула. Она мертва. Проклятие. Мне будет ее не хватать. Прощай, друг мой, Гула. Увидимся на том свете. За это она отдала жизнь. За Локус. В нем координаты логова правительства. Иди туда, надо узнать, какая у них система безопасности. Уже туда направляюсь. По крайней мере, Гула умерла не напрасно. Да, в этом бою она сражается вместе с нами. Так, ладно, здесь мы все сделали. Куда у нас дальше? Бум-бум-бум. Дальше. Опа-на. Ладно. Сюда, здесь лучше на машине доехать. Надо будет быстрее, чем от города. Машины нет, ну ладно. А тебя так еще проще будет. Маршал, Гула не преувеличивала. Тут очень много саванов. Вот они-то ее и поймали. Попробуй пробраться внутрь и добыть для меня сведения. Только осторожно. Без проблем. Саваны очень опасные мерзавцы. Будут тебе сведения. Говорю же, саваны смертны, как и все. Неловко. Жалко, сюда заехать нельзя. Было бы неплохо. Ясно одно. Правительство эту базу забросило. Думаешь, получится? Конечно. Вряд ли саваны что-то переделали. Подкрасили и выдали все. Через эту базу наверняка можно выйти на правительство. Не про канал. Так, ладно, пойдем другим путем. Тут так долго лучше. Эй, ты чё, козлина? Кто там? А, понял.
Она сама сдохла. Ну ладно. Оли, куда я упал? Не ожидал. Блин, все плохо. Там будет не скучно. Надо пойти сначала здесь глянуть. Я не помню, что у нас тут. Тут, по-моему, просто обход и все. Ничего такого нету. А, нет, есть. Так, все, больше ничего. Так, так. Что это такое? Страшно. Там, если народ попрет, попробую сначала этой пукалкой поджечь. Там видно будет. Маршал, я тут вижу жучок впечатляющих размеров. Савины прикрутили старый компьютер к каналу связи правительства и вполне успешно качают оттуда данные. Ну так они сделали работу за нас. Давай загрузи на локус все, что получится. Конечно. Данные передаются. Работаем. Работаем, братья. Джекпот, это данные об их системе безопасности. Давай сейчас сразу. Да, так, конечно, намного проще. Ой, ёпта. Чем с автоматом и с дробовиком. Когда первый раз. Ловите. Ой, ёпта. Чё у нас тут осталось? Мало осталось. Сила, когда надо было завалить армию саванов. Ой. Ой-ой-ой. У меня же больше нету ничего. Так. Ну, в принципе, отсюда можно валить вообще. Что тут делать? Тут делать-то ничего. Правильно. Зачищать нечего, этого ничего.
Это мы тоже все подобрали. Ну ладно, там ладно, убью их. Нежелательно, конечно. Даже не знаю, вообще есть смысл вообще этим заниматься. Возвращайся. Эта информация поможет мне мигом закончить скрэмблер. Проект «Кинжал» почти готов к воплощению. Скоро буду. Все-таки надо было убить. Хорошо. Так, что тут? Ничего тут нету. Так, ничего нету. Где мои? Так. Неудобно. Всем пока, увидимся в 14 серии.